В октябре одними из первых на референдуме сделали свой выбор курсанты военного института сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова. На участок, расположенный в первой средней школе, они пришли в 7 утра. Всего в голосовании приняли участие больше 1700 представителей вуза. Это офицеры, военнослужащие по контракту и будущие летчики. Я принял участие в голосовании, потому что это моя страна, и, возможно, именно мой голос станет решающим.